Перовский лебедолистная Blue Spire – красивый полукустарник с серебристыми ветвями и листьями высотой от 70 до 150 см. Особенно эффектно растение смотрится во второй половине лета, когда появляются соцветия с нежными сине-сиреневыми цветочками. Цветение продолжается от 8 до 12 недель. В это время кустарник источает приятный аромат. Этот сорт используется для создания одиночных и групповых посадок. Перовские предпочитают сухую почву, поэтому место посадки необходимо дренировать. Декоративные кусты следует размещать на солнечных участках. Растения хорошо реагируют на внесение удобрений. Перовский лебедолистная Blue Spire – это многолетнее растение. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.